Такую икру можно готовить как заготовку или как салат. Рецепт простой из доступных ингредиентов, не требующий больших трудозатрат. Попробуйте. Если вы готовите эту икру в сезон овощей, меняйте томатную пасту на свежие помидоры. Для длительного хранения добавьте 1 столовая ложковую ложку 9% уксуса. Подготовьте ингредиенты. Чеснок и лук мелко порубите, морковь натрите на терке. Баклажан нарежьте кубиком. В сотейнике разогрейте масло, добавьте лук, морковь и чеснок. Немного обжарьте. Добавьте баклажан, обжарьте все вместе.